Всем привет! Район Лалели. Здесь очень много гостиниц, вот, отелей красивые. Прям рядышком здесь, в этой стороне. И давайте здесь прогуляемся. Вот магазины. Посмотрим, какие цены здесь. Мужская, женская, домашняя одежда, детская. И вот цены указаны. $10, 6, $8. Коврики для туалета, ванны. $8. Женская одежда домашняя, $15. Вот указано, что оптом и в розницу здесь продают. $10 это все. В этой стороне $5-6. Как видите, цены указаны в долларах, не в лирах. И вот магазин детской одежды. Курточки, спортивки, $15. $5-6. А вот люди с тележками, вот сколько у них товаров, все оптом закупают. Оптовый рынок, оптовый район Стамбула. Вот одна тележка, вторая, вот еще одна. Рестораны, бары, гостиницы. Верхняя одежда, меха, кожа. Товар вот сейчас, кажется, завозят товар. Сейчас попробую в некоторые магазины зайти, если получится, и показать цены, ассортимент товара. Кожа. Кожаные куртки. Красивые такие баннеры, магазины, витрины, витрины, как видите, на все здание витрины. Очень много здесь магазинов, можно вот пойти прямо, либо в эту сторону. В этом районе вот продают как оптом, так и в розницу, поэтому можно прогуляться и пошопиться. Вот здесь дубленки, курточки, обувь, указано, что скидки, сумки, домашняя одежда, женская одежда. Итальянский бренд, вот Италия написано. Турция, Италия. Лалели галерея. А здесь вот такой вот обувной магазин. Как здесь клево. Такой дизайн интересный.
Обувной магазин, вот называется Бавер. Мне, к сожалению, не дали заснять, но очень большой магазин вот внизу. И рядом обувные магазины. Здесь очень много вывесок на русском языке. Вот дубленки, фабричные. Фабричные дубленки, цена. И здесь встретите очень много русских надписей, слов на русском языке. Магазин женской одежды. Модная, красивая женская одежда, платья. Очень большой магазин. Обувь за $15, туфли, кожаные туфельки. Красивая гостиница такая здесь находится, называется Бетховен, премиум гостиница. Напротив вот другая гостиница. А вот аптека, как видите, на русском написано. Вот еще одна гостиница. Курточки, парфюм. За $4 здесь вот рубашечки, кофточки. Вот такой магазин. 3 этажа здесь.
А вот этот мужчина, который с тележкой, он собирает железо. То есть старое ненужное железо, либо технику. Вот так вот по улицам ходит, кричит и собирает. Ну, выкупает за определенную сумму. Турецкие витаминчики, клубничка какая крупная. А вот есть вот такое ассорти, финики, киви, в стаканчиках гранат. Вот очень удобно вот это вот купить. А, все нарезано, уже готовое. Магазин Икра Хом называется, очень большой магазин, текстиль, постельное белье, полотенца, ну очень большой магазин и выбор, огромный выбор. Узкие улочки и красивые дома, здания. А вот магазин Touch здесь. Постельное белье, текстиль, шторы, тюль. Все здесь есть. Тач, магазин двухэтажный. Вот здесь внизу еще есть. Шторы на заказ. И здесь очень много видов штор. Шторы и ковры. Как хочется все это снять, но жаль, что не позволяют зайти в магазин. Thank you.
Ben mi? Bırak bu cuma kolye.